А теперь к спортивным новостям. В Славянском районе в минувшие выходные состоялось открытое первенство по боксу памяти Владимира Чеховского. На ринге спорткомплекса «Лидер» встретились боксеры из 5 районов края. Кому из наших спортсменов удалось взять победу, смотрите в репортаже Тины Копачевской и Игоря Ванчугова. В нашем городе ежегодно проводится турнир по боксу памяти Владимира Чеховского. Он был первым президентом Федерации по боксу в Славянске на Кубани. Внес свой большой вклад в развитие этого вида спорта. Нынешний президент Федерации по боксу Александр Ковешников признается, несмотря на юный возраст участников, они демонстрируют хорошую технику и проявляют свои боевые качества. Здесь хорошая техника, невзирая на возраст. Поэтому мы будем проводить эти соревнования каждый год. Каждый год будет работать кузница маленьких спортсменов. Они будут вырастать в серьезных юношей, показывать хорошие результаты. Аркадий Зубков из Славянска на Кубани занимается боксом 3 года. Говорит, пошел по стопам старшего брата. Самое главное, что нужно для победы, считает Аркадий, правильно настроиться перед соревнованиями. Должен быть настроен, что я победитель, я тот самый сильный. Разминаешься и потом выходишь. Впереди у Аркадия Зубкова амбициозные планы. Со спортом он хочет связать всю свою жизнь. Хочу поехать на Олимпиаду по боксу, когда, естественно, вырасту, чемпионом мира стать. По итогам соревнований среди победителей оказалось много славянских спортсменов, в числе которых и Аркадий Зубков, герой нашего сюжета. Тина Копачевская, Игорь Ванчугов, Константин Монастыренко. Программа «События».